тем, которые на Уральском форуме сейчас можно назвать актуальными, есть несколько. Безусловно, это взаимодействие коллег в рамках финансового центра реагирования на инциденты. Есть решение, что соответствующий центр будет создан на базе Банка России. Сейчас готовятся организационно-штатные мероприятия и будет готовиться методологическая база. И по планам, соответственно, ФИНЦЕР должен заработать в конце мая. Одна из задач, которую мы видим, это прежде всего обмен, оперативный обмен информацией между кредитными организациями и финансовыми организациями и Центральным банком, для того, чтобы коллеги могли оперативно принимать меры для противодействия тем или иным угрозам. Для Центрального банка это совершенно новая деятельность, хотя она и укладывается в действующее законодательство в Центральном банке, да, и реализует те цели и задачи, которые указаны в законе о Центральном банке. Но, тем не менее, для банка сейчас это новая совершенно задача, и связана прежде всего с тем, что для банковского сообщества вот такое массовое, массовые атаки на клиентов, массовые атаки на сами банки стали новым вызовом. Будут привлечены все правоохранительные органы, прежде всего МВД, это ФСБ. Собственно, мы видим ЦЕРТ как одной из составляющих такой государственной системы, там госсобка. Будем делиться информацией и с другими коллегами из государственных центров обеспечения безопасности. Для Центрального банка Уральский форум является основной и, пожалуй, наверное, сейчас единственной площадкой, где он готов не просто формировать свою официальную позицию по вопросам информационной безопасности, где он готов эту позицию обсуждать с участниками рынка и достаточно серьезно прорабатывать вопросы, касаемые там последующей реализации. Безусловно, мы участвуем там в других обсуждениях, но Уральский форум для нас является ключевой и, по сути, важнейшей площадкой для доведения позиции Центрального банка в части информационной безопасности.